всем привет! Сегодня у меня очередной обзорчик. Это у нас рюкзак из Китая, который приехал буквально недавно. Значит, стоимость рюкзака где-то приблизительно 500, даже до 500 гривен. Здесь у нас есть вот такие вот боковые карманчики на резиночках. С этой стороны, значит, ручки, ну, понятное дело, с регулятором. Вот такая вот, точнее, шлейки. Вот такая вот шлейка снизу, точнее, сверху плечами идет. Вот такая вот плотненькая. Есть также ручка. Внутренность выглядит у нас вот таким вот образом. Есть куча всяких перегородок, которые между собой можно переставлять, двигать, совать, либо же полностью снять их. Также вот я смотрю, есть несколько отделений на замочках. Одно, второе отделение, с этим также все понятно. Стеночки у нее идут с мягенького такого, точнее не мягенькие, а такие плотные проволочки. То есть он не совсем худенький такой, не совсем скудненький. Тем не менее, можно здесь хранить какие-то фото, видео, принадлежности. Ну, в общем, вот такая вот сегодня у нас была на обзоре посылочка, очередная посылочка из Китая. Кому понравилось, спокойно можете заказывать. Качество, как всегда, приличное. Шовчики везде ровненькие, нигде ничего не торчит, нет никаких посторонних запахов. Кому понравился рюкзачок, ссылочка на продавца будет, как всегда, под этим видео. Кому интересно, также спокойно заказывайте, ставите пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Ну, всем спасибо за просмотр и всем пока, до новых видео.